Добрый день, дорогие коллеги. Тоже хочу поздравить вторую клиническую больницу детскую Воронежа с юбилеем и пожелать ей процветания, успехов в нелегком ежедневном труде и благодарных пациентов. Ну, чтобы больница работала качественно, в ней, наверное, тоже необходимо иметь хотя бы не отделение, а несколько кабинетов физиотерапии. И травматологи некоторые не понимают, некоторые не любят, некоторые не хотят любить физиотерапию. К хирургам тоже это относится. Но взаимодействие ортопеда и хирурга, ортопеда-физиотерапевта или хирурга с физиотерапевтом, когда у них дружный коллектив, повышает на порядок эффективность лечебных мероприятий, связанных с восстановлением пациентов после хирургических или там каких-либо других вмешательств. Так, физиотерапия – это физическая медицина, изучающая действие на организм человека природных, естественных или искусственно получаемых преформированных физических факторов, использующая их с целью сохранения, восстановления и укрепления здоровья людей. И одним из самых главных законов физиотерапии является следующее. Его открыли Арнт и Шульц в конце 19 века, и звучит он следующим образом. Слабые раздражения побуждают деятельность живых элементов, средние ее усиливают, сильные тормозят и очень сильные парализуют. Физические факторы делятся на природные, это климат, солнце, вода, грязь, воздух, и физические факторы искусственные, преформированные. Электромагнитные, магнитные, световые, термические, механические, водные, воздушные, радиационные, их огромное количество. Это спектр электромагнитных волн, физика, 6 класс, 2 четверть. Итак, лечебные эффекты, какие позволяют получить физиотерапевтические факторы. Это противовоспалительные, анальгетические, седативные, вазодилататорные, миорелаксирующие, метаболические, секреторные. И вне зависимости от того, насколько серьезно упаковано физиотерапевтическое отделение современным оборудованием, это не имеет никакого значения, потому что любой физический фактор обладает всеми этими лечебными эффектами, в зависимости от того, как его применять. И если применять его на основании закона Арнта Шульца, то можно получить любой из этих эффектов. В зависимости от дозировки, времени воздействия, силы воздействия, периодичности применения того или иного физического фактора, любой из этих эффектов можно получить. Поэтому, когда там, физиотерапевт какой-нибудь амбулатории мне говорит, что у него нет оборудования высокотехнологичного, то он как минимум обманывает в первую очередь себя, а потом окружающих, то есть он не хочет работать. Поэтому, если вы с ним сможете договориться и попросить его о том, что вам вот необходимо этому пациенту получить такой лечебный эффект. Не говорите ему, что мне надо сделать электрофорез или там, сделать ударно-волновую терапию. Вы договоритесь с ним об эффекте. А физиотерапевт уже сам выберет, какой метод у него есть доступный для того, чтобы этот эффект получить. И когда вот такой тандем происходит, то от этого выигрывает только больной. Противопоказания. Это злокачественное новообразование, системные заболевания крови, выраженных кахексия, заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации, артериальная гипертензия третьей степени, кровотечение или подозрение на него, тяжелые психозы, психозы, лихорадочное состояние и бывает индивидуальная непереносимость физического фактора. Но она выявляется сразу, поэтому можно поменять на другой. Дальше. Что касается физиотерапии у детей, это и совместимости процедур. В один день не следует проводить более двух электролечебных процедур. Нецелесообразно применение физических факторов, близких по своим физическим характеристикам. В один день не следует проводить лечебные процедуры, оказывающие генерализованную реакцию на организм, поскольку это может вызвать обострение заболевания. И в качестве примера можно там две различные общие ванны.
не следует назначать физиотерапевтические процедуры сходного действия. Например, диадинамика и там амплипульс-терапию. Суммарная доза может перерасти в максимальную и дать отрицательный эффект. То есть, опять же, применение закона Арнта-Шульц. В один день с грязью лечением не рекомендуется проводить общие ванны, 4-камерные гальванические ванны. И в день радиоизотопных исследований, рентгенологических, не следует назначать процедуры физиотерапии. Так, ну и несколько слов о физических факторах. Да? Магнитотерапия. Самый распространенный метод лечебных физиотерапевтических мероприятий, в основе которого лежит действие на организм магнитными полями различных параметров. Делится на импульсную магнитотерапию, низкочастотную, общую магнитотерапию и магнитолазерную терапию. ДМВ-терапия – это метод высокочастотной электротерапии, основанный на применении в лечебных целях сверхвысокочастотных электромагнитных колебаний. Проникает глубоко, легкое тепло и обладает всеми факторами, которые лечебными эффектами, которые были приведены выше. И, ну, например, при лечении сколиотической болезни для повышения уровня кортизола крови мы используем его на воздействие на надпочечники. Высокоинтенсивная магнитотерапия. Воздействие импульсными магнитными полями с магнитной индукцией выше 1 Тесла. И мы помним, да, закон Арнта-Шульца, и большие дозы вызывают повреждения. И индукция магнитного поля выше 1 Тесла приводит это нормальная ростковая зона, это после 15 воздействий. Эксперимент был проведен на кроликах, и получаем полное разрушение ростковой зоны, и в этом вместе воздействия останавливается рост. Защищена кандидатская диссертация, получены патенты. Но это достаточно дорогостоящее оборудование, но, по-моему, в вашей больнице оно имеет место быть. Также, но с меньшими воздействиями можно воздействовать на магнитной импульсной терапии на глубокие мышцы позвоночного столба, на ротаторы. То есть, если хирург или ортопед понимает патогенез заболевания, то он может подойти к физиотерапевту и сказать, что мне в этом месте надо мышцы расслабить, в этом месте укрепить, и совместно, уже совместными усилиями, организовать лечебный эффект. Ионпарометрическая магнитотерапия. Здесь тоже применяется пример использования эффекта Арнта-Шульца. Если при магнитно-импульсной терапии используются Теслы, то на данном оборудовании используются нано-Теслы, то есть в миллион раз меньше, чем Тесла. И позволяет управлять зависимыми кальций и калий-зависимыми киназами. И результат — управляемое торможение или стимуляция темпов роста. И поляризация спинного мозга. Достаточно эффективный метод, особенно при повреждениях нервных столов, периферических нервов, а также мы его используем при лечении и профилактике сколиотической болезни. Также электростимуляция. Это электрический сигнал, являясь неадекватным раздражителем, тем не менее вызывает комплекс процессов, ведущих к возбуждению и сокращению мышц. Сокращение мышц, обусловленное электрическим током, может быть более мощным и длительным, чем произвольное, так как утомление и торможение первоначально развиваются в нервных центрах, особенно высших, далее в нервно-мышечных синусах и лишь затем в мышцах. Электростимуляция, протекающая без активного участия обследуемого, практически не влияет на координацию движений. Для электростимуляции используются синусоидально модулированные токи и прямоугольные сигналы. И при профилактике и лечении сколиотической болезни необходимо добраться до последнего слоя мышц. Это мышцы ротатора. Они медленные, медленно утомляемые. Для
альтернативного использования, то есть более дешевое оборудование на порядке меньше стоит. Если магнитно-импульсный стимулятор на сегодняшний день стоит около 1 000 000 рублей, то оборудование вот с заданными параметрами, которые здесь указаны, это форма импульса прямоугольная, пачка импульса по 50 Гц, пачка отрицательный градиент 10%, длительность импульса 250 миллисекунд и пауза 520. Мы провели у нас большой эксперимент и доказали, что эффективность данного метода лечения сопоставима с эффективностью магнитно-импульсного стимулятора. Только магнитно-импульсный стимулятор стоит 1 000 000 рублей, это стоит 10 тысяч. Так выглядит это электростимулятор тренажера Маркелова. Методика применения. Электроды различной длины. По электромиографии оценивается положение, куда необходимо поставить, и проводится 10-15 процедур. И методы контроля — это клиническая электромиография, компьютерно-оптическая топография. Асимметрия биоэлектрической активности в положении лежа, и показана эффективность по частоте и по амплитуде. И мы получаем необходимый результат в положении стоя. И на компьютерно-оптической топографии нас интересует горизонтальная плоскость. В горизонтальной плоскости мы видим улучшение. И вывод про электростимуляцию. Электростимуляция с заданными параметрами позволяет нормализовать симметрию биоэлектрической активности паравертебральных мышц, уменьшить степень ротации в горизонтальной плоскости, является профилактикой развития сколиотической деформации. То есть на первой и второй степени сколиотической деформации, когда еще нет больших костных изменений, этот метод может широко применяться и в амбулаторной практике, и в отделениях реабилитации, которые занимаются лечением и профилактикой сколиоза. Еще один метод лечения – фотодинамическая терапия. Используется фотосенсибилизатор, лазерное излучение. Результатом выделения сингулентного кислорода и уничтожения патологических клеток. Но не путем выжигания, а путем программируемого апоптоза. Применение – это онкология, дерматология, гастроэнтерология, гинекология и другие. Но также мы применяем его в детской ортопедии. Фотосенсибилизатор отечественный, называется он фотониказин хлоринового ряда. При ревматоидном артрите мы его использовали. Это пациент в острой стадии ревматоидного артрита, термограмма. Видим, красные коленки горят после до фотодинамической терапии, через 5 минут после и через 2 недели видим отчетливую положительную динамику. Быстрое купирование основных симптомов ревматоидного артрита, неинвазивность метода, отсутствие осложнений, отсутствие противопоказаний, возможность применения у детей и подростков. Я немножко сокращаю, потому что регламент. Также у нас в центре было проведено большое исследование воздействия на ростковые зоны крупных трубчатых костей. Ну, тот же фотосенсибилизатор. Ход эксперимента остановлюсь, не буду рассказывать. Покажу только вывод первый. Фотосенсибилизатор избирательно накапливается в ростковых зонах костей вне зависимости от способа введения. Мы крысам вводили препарат внутрибрюшинно и на кожных проекциях суставов. Перед этим были диаграммы накопления, это шумолога рассказывает. Используется лазерное оборудование, это тоже отечественное. И исследование влияния фотодинамического воздействия на ростковые зоны. Это были произведены гистограммы. Ростковая зона нормальная, максимальный отдел большеберцовой кости, это норма. Контрольная группа. Это после, не очень четко видно, но мы видим снижение терминально дифференцированных хондроцитов. И при исследовании ростковых зон
бедренной кости, профессионального отдела брачно-берцовой кости, подвержавшейся воздействию, отмечалось увеличение толщины раскоповых зон с повышением доли терминально дифференцированных хондроцитов. Спустя 21-28 суток после воздействия толщина раскоповых зон уменьшалась до субнормальных значений, а доля терминально дифференцированных хондроцитов также снижалась, при этом оставалась выше, чем в контрольной группе. И выводы. Фотодинамическое воздействие вне зависимости от способа введения вызывает уменьшение толщины раскоповых зон и снижение общего числа хондроцитов. То есть позволяет управлять темпами роста. Если при магнитно-импульсной стимуляции происходит тотальное разрушение раскоповой зоны, то с помощью фотодинамической терапии оно управляем. И темпы роста восстанавливаются. То есть мы можем выиграть время. Такие вот у нас краски. И здесь видно, даже невооруженным взглядом, видно, что разница в длине конечностей уменьшается. Зарегистрирована была медицинская технология. То есть все официально, все разрешено министерством. И когда говорят, что фотодинамическую терапию у детей применять нельзя, то можно ссылаться на этот документ, он реально существует. За эту работу мы получили небольшие медальки, такие красивые. И еще один спорный метод, который во всех руководствах написано, что у детей и подростков применять ударно-волновую терапию нельзя, но появились и отечественные работы, и зарубежные работы, которые этому постулату противоречат. И лечебные эффекты экстракорпоральной ударно-волновой терапии — это первое — обезболивающий, улучшение микроциркуляции, лимфодренаж, улучшение обмена веществ, огромное количество эффектов, то есть универсальный метод лечения якобы от всего, но на самом деле это не так. Оборудования, к сожалению, отечественного производства нет, а импортная дорогостоящая. Но при желании организовать его присутствие в клинике возможно. Так выглядят аппликаторы. Это основные показания: кальцифицированный тендинит плеча, локтевой эпикондилит, болезнь Шлеттера и другие. Противопоказания. И вот, проводя анализ литературы, мы обнаружили, что в Швейцарии и в Италии было произведено исследование, что в определенных дозах ударные волны влияют на отложение кальция 2+, в остеобластах человека инвитро. И за счет того, что уменьшается активность НО-синтетазы и увеличивается активность щелочной фосфатазы, что приводит к усиленной выработке гидроксиапатита кальция и увеличению темпов роста. То есть в определенных дозировках, если длительные незаживающие переломы, ложные суставы, также влияние на ростковые зоны, укороченная конечность, достаточно успешно применяется в нашей клинике, и мы получаем довольно хорошие результаты. Благодарю за внимание. Спасибо большое, товарищ.